Есть ли у вас домашние животные? Да. Два даже. У меня кошка. У меня кот маленький. Куриная ферма и крыса. На даче у папы есть две кошки и собака. У меня живет мышка по имени Макс и рыба-сом декоративный. Его зовут Рома. Если они заболеют, куда надо обращаться? К ветеринару. Да. К ветеринару. Как они лечат животных? Всякие лекарства им дают. Мы вон от бешенства, например. Ветеринары, они проверяют, как у людей сердце как стучит, смотрят, чихают они или нет, и проверяют, все у них в порядке. Уколы некоторым делают. Лекарства от обезвоживания. Уколы под кожу, воду. А каких животных не могут вылечить ветеринары? Есть ограничения, конечно. Да. Скорпиона. Потому что это эластичное животное, оно может испугаться и его ударить. Жираф даже к нему и не поместится. Мне кажется, то, что ограничений не существует. Он может приехать в любое место и вылечить любого животного. Есть ли разница в лечении людей и животных? Людям не дадут таблетки для животных. Им не часто уколы делают, как животным. У них там другие таблетки. Еще некоторым животным иногда колят снотворное перед тем, как лечить. Да. Потому что некоторые животные в болезни могут быть опасны. Должен ли быть ветеринар добрым и любить животных? Да. Должен. Да. Должен чуть-чуть любить хотя бы животных, чтобы их лечить там. И я тоже так думаю. Тогда он просто не поймет, как их лечить.